Машины будущего, которые решают проблемы сегодняшнего дня, в Минской области презентовали возможности струнного транспорта. Юнибусы и юнибайки рухаются над поверхностью земли. Их максимальная скорость пока 150 км в час, в перспективе их разгонят до 350. Распроцовки столичной инновационной компании тестируют недалеко от Мариной Горки, где возводят экотехнопарк. По словам инженера, уже сегодня белорусским струнным транспортом цікавятся сбоку городов азиатских краин. Мы работаем по сейчас двум направлениям. Это перевозки в городе, перевозки от города к городам-сателлитам и грузовые перевозки для добывающих компаний. Например, это перевозка угля, перевозка железной руды. Также сейчас в планах мы еще хотим взять направление контейнерные перевозки, потому что это, конечно, огромный рынок отдельный для портов. 1 липня тут же в Мариногорском экотехнопарку пройдет экофест, который собирает гостей из разных стран.